краях страны. На янтарных балтийских воде я хотел бы с друзьями пройти. Знаешь, как это? Чтоб любить всем рассветить. Вы Мы старались достойно Во знаменование этого прекрасного события, открытия нового социального объекта, почетные гости разрезают ленточку в честь открытия физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом для единоборств. Ура! Аплодисменты, дорогие друзья! Еще раз поздравляю всех с открытием, не то что слова, а о том,
сидеть еще в Крыму.